Всем привет! Вы на канале Бункер Фолоча, и с вами, как обычно, Павел. И мы сегодня с вами продолжаем проходить игру Амнезия Бункер. В прошлый раз мы полностью зачистили ремонтный цех, то есть у нас неоткрытых вещей не осталось. У нас теперь у нас есть тюрьма, которую я не исследовал, в принципе, почти никак. Предлагаю начать с нее. Так, из оружия у меня только дробовик. Кусачки и все, в принципе. Ладно, давайте, погнали. За эту серию я, по крайней мере, надеюсь, что мы найдем еще один последний жетон, в котором будет у нас последний код. Так, кстати говоря, надо Вот так сделать, чтобы было все. Так, а где там у меня граната-то? О, а, нет, не граната, а это дробовик. Дробовик на всякий случай вот так сразу возьмем. Быстрый вызов дробовика у меня есть. Так, здесь у меня ничего нету. Здесь вроде бы тоже ничего нету запертого или какого-то такого. Здесь ничего мне нужного тоже нету. Вот туда я не ходил. Я не проверял вот здесь ничего. Так, здесь он вылазит. Здесь он тоже вылезти может. А он где, везде, где угодно может вылезти. Здесь мужичок у нас. Здесь он, кстати говоря, тоже может вылезти. Опа. Так, и здесь еще. Ага. Но смотри. По-моему, вылез. А, есть вариант. Есть вариант закрыть вот эти лишние двери все. Как вариант, их просто позакрываем. Чтобы он нам не мешал. Вот так сделаем. И все, кроме одной. Все позакрываем, получается, кроме одной двери. Ну, чтобы, получается, у него меньше было возможности к нам вылезти. Во, тишина. А я не понял, что у меня, почему все выключилось. Серьезно? А я чисто вот так вот зашкерился здесь. Зайти он сюда не сможет, по крайней мере, не выбив дверь металлическую. А дверь металлическую, скорее всего, он не сможет выбить. А вот это, кстати, неожиданно было, что у меня, оказывается, закончилось топливо просто. Надо будет опять бежать, заправлять его. Не, в принципе, я могу посмотреть. Два патрона, как минимум, у меня патронов есть. Он до сих пор ходит там. Ходит из-за того, что темнота. Что-то ломает даже. Что ломает, зачем ломает, непонятно. А он так и будет ходить, да? Ладно, чё тут сиськи, как говорится, мять? Он орёт там. А он сможет выбить дверь? Походу нет, не может.
Дверь выбить не может. Но он попер сюда. Ха, может зайти, да? На! Нравится? Убежал. Скорее всего, он уже ушел. Да. Я же говорю, он трусливый, как не знаю что. Короче, пойдемте брать, как говорится, быка за рога. Сейчас мы эту крысу уберем. А подожди, а хрен ли? Все двери закрыты. А-а-а, все, я тебя понял. Короче, пока питания не будет, смысла здесь бегать вообще ноль. Ладно, пойдемте тогда заправлять наш генератор. Тут вариантов вообще ноль. Зря только патрон потратил на него, на самом деле. Когда у нас, получается, горит свет, тогда, получается, он быстрее от нас уходит. Я все понял. Так, ладно. А чё? Я же тебя только что дернул. Я вот не помню, по-моему, бутылки какие-то я приносил уже сюда. Так, сохранимся на всякий случай. Бутылок. Ага, здесь бутылок у меня нету. А, вот так, подожди, у меня одна канистра есть. Я вот ее сейчас в тюрьме нашел как раз. А здесь бутылок. Бутылок нету. Так, ладно. Наливаем. Запускаем. Вот так. Синхронизируем и погнали. Да, времени, конечно, маловато. Ну а что сделать? Погнали, пока так. Сейчас, короче, набрать. А чем я наберу-то? У меня некуда набирать-то. У меня же набирать-то некуда. Давай-ка я сначала их все место освобожу, скажем так. А как мне можно освободить? Так, тебя вот отсюда убрать. Тебя убрать. Да, в принципе, дробовик тоже убрать. Если что, убежим. Если что, убежим. У меня получается 4. 4 должно... Нет, подожди, 5 должно быть для того, чтобы все идеально было. Так, а что мне тогда сбросить можно? Так, сейчас посмотрим, что я могу сбросить. А, давайте вот эту газовую сбросим. Так, вот так тебе. А вот сюда, получается, ключ перетащим. Так, все. Замечательно. Теперь мы можем набрать бутылок. 5 штук и заправить их все 5. Ну, придется побегать, что тут скажешь. Вот такой геймплей. Все-таки, если мы хотим все изучить, все посмотреть, ляха-муха, почему здесь эти крысы, откуда они берутся, почему они сюда идут, я не понимаю. Их же здесь не должно быть. Так, все, набрал. Сколько у меня там их? У меня 6 даже. Вообще шикарно. 6 бутылок. Здесь же... Здесь ничего нет. 6 бутылок. Через этих придется как-то перепрыгивать. Вот это мне не нравится. Отстаньте. И раз. Долбанули. Ну ладно. Здесь сейчас ударили не сильно больно. Ничего страшного нету. Так, пока здесь нашего монстра нету. А, не слышу, лезет уже где-то. Лазит там где-то. Ладно, хрен с ним, пусть лазит. Здесь крысы помершие. Это хорошо. Это меня вполне устраивает. Почему там вылазят вот постоянно на этом проходе? Я не знаю.
Ну да ничего. Ну да ничего. Так, так. Я тут чуть-чуть пораненный. Чуть-чуть пораненный, это не страшно. Так, сейчас быстренько их все заправим. Так. Так, все, все. А, все сделан. Так, вставай. Так. Все, теперь можно в обратную бежать. Перепрыгивать тех крыс. И, в принципе, все, у нас заправлено, все, можно идти обратно в тюрьму. Там, короче, один то ли заключенный, то ли это трупак нашего сослуживца валяющийся. Возможно, как раз у него-то будет жетончик. Возможно, да, но не факт. Не факт, возможно, это и не оно. Блин, уже все, время закончилось. Время закончилось. Ладно, можно, в принципе, пробежать. Все, нельзя бежать. Сейчас вылезет, походу, где-то. А может, и не вылезет. Он вообще, этот монстр, очень довольно-таки странный. По-странному лазит везде, по-странному везде ходит. Как мы выяснили из предыдущих серий, судя по запискам, это вообще один из наших, скажем так, коллег по опасному бизнесу. Так, первая пошла. Вторая пошла. Анимация, кстати, на первой бутылке куда-то исчезает. И анимация залива бутылки, она гораздо быстрее, чем канистры. Как ни странно. Так, тебя вот так... свет включили, одна бутылка в запасе. Это отлично. Отлично, прям замечательно. Так, что у нас там по времени? По времени все хорошо. Так, тебя заправляем. Точнее, заряжаем. Можно еще один коктейль как раз вот сделать. Вот так сейчас мы это организуем. Во, красиво. Два коктейля есть. А дробовик, давай возьмем пистолет вообще. Ну, давай. Да блин, где пистолет-то? А, пистолет я поставил вообще на быструю вызов. А что темно стало? Так, у меня патроны, по-моему, патрон один или два было. Я не... А, да, один есть. А в итоге 4 патрона, то есть 2 выстрела на нашего монстра. Ладно, погнали. Погнали, теперь можно нормально посмотреть в тюрьме, что там происходит, как там происходит, и сжечь крысу эту дурацкую, которая там нам мешала. 2 коктейля, 4 патрона. Вроде неплохо, еще в дробовике 1 патрон. Как минимум 1 патрон. В принципе, монстр меня сейчас вообще никак не пугает. При наличии патронов, при наличии тех же коктейлей Молотова, в принципе-то нормально все, можно пройтись. А я не взял инструменты все с собой. Блин. Я все инструменты не взял. Вот это плохо. Это плохо в том плане, что, возможно, я что-то не смогу сейчас сделать здесь. А может, смогу. Так, берем. Вот так вот. Фигакс. Так, он, кстати, идет. Так, этот надо полечить. Чтобы он нас... Идет! Идет! На! На, второй раз! Он должен убежать. Убежал. Хорошо. Так, убежал. Вроде все нормально. Вроде все нормально. Это все сделал. Так, отлично. Аптечка есть.
Но ничего полезного нету. Блин. Я надеялся, честно говоря, что здесь что-то полезное будет. Но полезного здесь ничего нет. Ладно, пойдемте посмотрим, что здесь у нас осталось. А, еще на один отпуг этого нашего монстра. Он здесь, кстати, все поломал. Вот здесь я не ходил. Возможно, здесь как раз что-то есть. Так, мясо. Патроны. Отлично. Так, давай-ка зарядим сразу все. Давай-давай. И вот так, отлично. Патроны, гранатку возьмем. Мясо можно взять, мало ли пригодится. Если что, выбросим. Блять. На всякий случай. Пока вроде его не слышно. Пока вроде не слышно, на всякий случай вот так сделаем, чтобы это мало ли. Пока его не слыхать. Может, не придет. Ладно, я его пока не слышу. Тут чё? Канистра. Ну, канистра мне пока не нужна. Будем знать, что у нас здесь есть. Так, вот это уже точно он должен был услышать. Но его нет. Почему-то. Ладно, хорошо. Что у нас здесь? Что-то есть полезное? Бинт есть. Бинт, 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 бинт. Бинт, бинт, бинт. Ну, пока бинт не нужен, есть аптечка, в принципе. Нормально. Здесь чего? Полезное есть что? Нет, нету. Короче, бинт, канистра здесь есть. Если что, давайте лучше канистру возьмем, потому что это меньше бегать придется. Так, тебя тогда получается выбросить. А вот тебя взять. Вот. Так, нет. Тут чего? Тут можно что-то взорвать. Понятно. Короче, в тюрьме ничего полезного нету. Я понял. А, тюрьма, она вообще в принципе бесполезная. Я вот сейчас только это осознал. Кстати говоря. Вот это удачно. Патрон. Патрон и почитать. 15 июля 1916 года. От Фурнье. Кому? Дельпи. Райнер мертв. Убит в коридоре возле своей казармы ночью. Над его телом надругались. Учитывая жестокость учиненного над ним насилия, Йосинский считает, что нападавших было двое. Я бы сказал, что невозможно и представить, чтобы кто-то из наших людей совершил столь чудовищное деяние. Но после диверсии в туннеле у меня гораздо более живое воображение. Виновные среди нас. Я попытаюсь задержать наиболее вероятных подозреваемых. Допросы начнутся сегодня же днем. Тело Райнера будет подготовлено для передачи его семье. Он был хорошим человеком. Содеянное не останется безнаказанным. Согласен. Так, это чего? От Райнера. Кому? Дельпи. Разрешаю проведение военного трибунала в отношении всех туннельных диверсантов. Проявление милосердия останется на вашем усмотрении. Не знаю насчет вас, но у меня его не осталось. Предлагаю сбросить их всех в яму. Пусть сидят там до наступления перемирия или судного дня. Смотря что наступит раньше. Согласен. Так, пистолет, перезарядочка. Так, перезарядочка есть. Отлично. Что у нас там? Один для дробовика есть патрон. И меня это, в принципе-то, радует. Так, в принципе-то, радует. Так, здесь, в принципе, я уже все
Все забрал, обыскал. Блять. Взрывы. Да, здесь больше ничего нету. Уходим отсюда. Блять! Уходи нахер. Идет! Я, видимо, один раз промазал. Блин, да что ж такое? Он меня убил или? А, он меня просто сбил. Охренеть, блядь. Я, видимо, третий патрон зазря потратил. Блин, вот это да. Так, ладно, давай лечиться. Давай лечиться. Смысла терять здоровье вообще нету. И бинтом, и медикаментом каким-то полечились хорошо. Блин, вот зазря на него три патрона. Три патрона на него потратил. Ну ладно, еще на одну вылазку этого монстра у нас есть. Хорошо, в тюрьме тоже нам, получается, делать по факту нечего. Значит, у меня остались солдатские казармы. И все. Нет, подожди, арсенал еще. Солдатские казармы и арсенал. Так, у меня есть бензина чутка, давайте-ка его сразу зальем. А в казармах, возможно, кстати, у меня есть... А, коктейль Молотова один есть, отлично. Но, скорее всего, его придется использовать там, возможно, в одном месте. Так, сохраняшка. Так, что мы можем сложить? А, хотя мясо, если с собой взять, то пойдем сначала заправим. Заправим, часы синхронизируем. Так, тебя вот так. И вот так. Отлично. Так, часы теперь синхронизировали. Замечательно. Замечательно. Так, что у нас там по времени? По времени. Так, скоро заканчивать надо будет. По времени скоро заканчивать. Так, этим мы можем поджечь, этим мы можем отманить. Хорошо, пистолет у меня есть. Граната, если что, у меня тоже есть. Давайте, наверное... Не, граната пусть... Да или нафиг она мне сдалась. Если особо не шуметь, то и граната-то не нужна на самом деле. Ладно, пусть пока остается. Пусть пока остается. Пошли. Пошли, в общем, в солдатские казармы. В солдатских казармах я, если честно, не припомню, что я там не исследовал. Ну, сейчас разберемся. Сейчас разберемся. В солдатские казармы они, в принципе-то, не сильно большие. Там... я понял, где последнее. Там, где крысы как раз вот кого-то жрали в казарме. Вот там-то как раз и есть то место... которое мне нужно. Вот, казарма А, вот в ней кого-то они жрали. Кабинет охраны я осмотрел. Темная комната тоже осмотрел. Узел связи, подсобка, комната отдыха, кухня, чулан. Да, у меня только казармы А остались, получается так. Получается так. Жрут. Можно, конечно, вот так сделать. Вот так вот. Нет. Вот так вот сделать. И вот так вот спрятаться. О, вылез. Вылез. Ждем. Ждем, когда уйдет. Надеюсь, крыс этот взрыв убил. Сейчас уйдет. Пойдем.
уходи. Главное, с его приближением мигать свет сильнее становится. Мигание. О, ушел походу. Да, ушел. Отлично. Крысы должны быть мертвы. А вот и последний наш, получается, чувачок-мужичок. Отлично, последний код. Пойдемте достанем последний код. И можно, в принципе, уже выбираться, заканчивать игру. На этом, в принципе, все. Я надеюсь, сейчас мы за последний шкафчик получим последнее достижение. Я надеюсь, что оно последнее уже будет. Ну как последнее, предпоследнее, потому что последнее будет выбраться отсюда. Так, и вот, собственно, шкафчик, к которому мы последним идем. Последний, последний. Много раз уже сказал последний. Да, вот. А, траверс. Траверс, траверс или травер. А, травер. А, 6003. Хорошо. 6003. Хороший пароль. А, 60. Так. 03. Так, 333. Отлично. Последний. Да, вот я и говорю. Достижушечка. А, взломщик. Открыть все шкафчики. Отлично. Шкафчики открыл, гранатки собрал. Все, можно теперь уже это и уходить из этого бункера. В принципе, у меня все есть. Не вижу смысла здесь задерживаться. Записки, которые мог, я их собрал. А, гранаты тогда мы скинем. А, возьмем вот эту, эту. Аптечку. Так, мясо мне нафиг не сдалось. Аптечку на всякий случай возьмем. И часы мне, в принципе, уже не понадобятся. Возьмем на всякий случай противогаз. Все-таки война на улице идет, как говорится. Вроде бы война идет. Так, давай-ка, на всякий случай. Сохраняемся и валим отсюда, наконец-то. Наконец-то валим отсюда. Так, здесь что? Здесь? Здесь надо, скорее всего, вот эту вот ручку применить. Да, ручку поставили. Шикарно. А вот здесь наш динамитик. Вот так вот, хоп, хоп. Присоединили, отлично. И провод давай, 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 давай. Фитиль взрывательный. Так, сделал, воткнул. Шикарно. Шикарно, у меня, кстати, два слота появилось. А, подожди, давай-ка ружье заберем. У меня же пистолет только с собой, давайте ружье тоже заберем. Кролика я забрал. Ружье сейчас возьму. Возможно, дробовичок еще. Ой, точнее, ружье. Возможно, еще что-то полезное возьмем. Я думаю, вот это можно оставить, а взять, наоборот. Эдак две гранаты, почему бы и нет. Это две гранаты. Перезарядить, кстати говоря, ружье. У меня один патрон есть. Отлично. Два патрона есть. Ружье перезарядили. Пистолет взяли. Фонарик взяли на всякий случай, потому что на улице может и темно быть на самом деле. Ну все. Погнали. А теперь надо быстро бежать. А теперь вот это зря ты так вот встал, выпилился при взрывании. Вот это ты даешь. Прогресс сохранен. Не понял, это я где? А какого хрена? Спрашивается. Я вниз куда-то свалился, вот это да. Вот это да. Я вообще рассчитывал выйти отсюда. Блять. Я что, поранился еще? Ну, чуть-чуть поранился. Ладно, в принципе, у меня все, запасы всякие есть. Хорошо, что я сохраниться успел. И где это я? Я думал, все, игра пройдена. А ни хрена. Игра не пройдена. То есть это они... Это под них, что ли, кто-то... Блять, он где-то лазит там.
где-то... Мы, по-моему, еще ниже куда-то спускаемся в подземелье. Ну, здесь-то монстра, по идее, не должно. Он там в бункере остался. А вот это интересно. Это где это я? А, это в самом подземелье. Охренеть. Но я, честно говоря, очень надеюсь, что здесь уже я бегать... А, от бутылки. Вон он вылез. Вылез, засранец, а. На, получай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да, блядь, беги, я тебе... А, он... Так, бежим. Бежим нахер. Беги, я тебе говорю. Так, куда? Вы серьезно? Блять! Да беги! Ты чё, дурак, что ли, а? Уходи нахер! А все! Патронов нету. Я 2 патрона в него выстрелил, а он не убежал даже. Так, вот это интересно. То есть это не конец. Это реально не конец еще. Это еще не конец. Так, где я появлюсь, интересно? Ну-ка. А, во, я появился не там, где надо. Я понял. Короче, это еще не конец. Аптечка, если что, у меня есть. Гранаты 2 есть. Зажигалка с этим есть. Хорошо, что я фонарик не убрал. Ну да. Мы, по-моему, только хуже сделали. Судя по всему. Ладно, погнали. Почему он здесь не сохраняется? Короче, нужно по-тихому туда, видимо, пробраться. И поставить ящики, чтобы выбраться. Да, блядь, пройди. А-а-а. Я понял. Давайте смотреть, как это сделать. Блин, заканчивать пора. Заканчивать пора. А тут прям целый пласт еще игры. Судя по всему, здесь реально от него нужно побегушки устраивать. Я пока его не вижу. Вот где он? А, вон он идет, я вижу. Так, можно как-то его попробовать отманить от меня. А что не взрывается? А не взрывается почему-то граната. Он меня видит, не видит. Блять, он сюда идет. Ай-я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 й. Так. Мне нравятся гранаты, да? Так, я валю отсюда нахер. Блин! Так, я просто бегу. Я просто щемаю от него как можно дальше. Так. Блять.
Ну все, убил, походу. Нет? Не убил пока. Пока не убил, бежим. Пока не убежил, не убил, бежим отсюда нахрен. Так, а у меня уже два места разбитых. Есть, зашибись. Так, подожди. У меня есть чем полечиться, кстати говоря. Да лечись скорее, а. Бульк-бульк-бульк-бульк-бульк. Придется бегать теперь от него. Так. Будем вот так, видимо, бегать. По-другому как. Да блять! Побежали. Ну а что делать-то? Он быстрый, скотина такая. Ага, ползет. Так, а подожди, у меня вообще, в принципе-то, ничего нету, да? Вот, идет. Он меня слышит, видит. Я вообще вот понять вот этого не могу. Ящик он мне сломал, да? А, нет, не сломал. Блять! Да ты что, серьезно, а? А что здесь делать-то с тобой? Так. Да блин, возьми ты ружье. Вот что с ним делать, а? Да беги. Почему он такой неубиваемый, а? Вот это что такое? Опа. Опа. Опа, опа, опа. Так, опа. Это нам прям намекают. Так, это объединить. Это вот так объединить. Вот это вот, вот так вот взять. Давай, давай. Так, гори, 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 гори. Отогнал в другую сторону его. Куда-то убежал. Что-то делает там. Но мне кирдык, походу. Я не знаю, что с ним делать еще. Чутка отогнать я его могу. Огонь, ты пройдешь? Нет? Блин, огонь, а. На! Вали нахер. Так, ладно, пока отогнал. А он мне все сломал здесь. Зашибись, блядь. Он мне все сломал здесь. Так, а как отсюда выбраться? Хороший вопрос. Ну, все убил. Хороший вопрос, все убил. Что делать, я вообще не понимаю. Пока не понимаю. Ладно, ребятушки, давайте оставим это на следующую серию. Я подумаю, что нужно с ним, можно с ним сделать. В общем, всем спасибо, кто смотрел эту серию до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте это видео. Не забывайте про колокольчик, ребятушки. И до новых встреч в следующих видюшечках, стримах. Всем спасибо, всем пока.